Так, ребята, всем-всем привет, я сегодня с вами Джамалетдин Мурадов, и добро пожаловать, как обычно, на моего канала Дальнобой 2022 Green and Route. Так, ребята, у нас сегодня среда, 2022 году, и у нас сегодня обзор про долгожданный КАМАЗ. Ну, там, КАМАЗ, паковский КАМАЗ, там, с несколько вариантов. Но еще хочу отметить, что у этого КАМАЗа есть одна недостатка. Недостатка при выбор навигационной системы, либо мобильной, либо обычной навигатор, который идет с телефона. Ну, с телефона и обычно есть вылета. Поэтому это вам надо, похоже, что вам надо к автору надо обратиться, что к чему. А так, КАМАЗчик я так увидел сегодня я увидел, почему было с вами его не посмотреть, и мне было понятно, и вам было интересно. Так, ребята, пред осмотрением моего гайда я вас попрошу, подписывайтесь, для тех, кто еще не подписался на моего канала, для того, чтобы не пропустить всякие полезные гайды, видео и остальное другое. Советуем, рекомендуем подписаться на моего канала, чтобы не пропустить всякие полезные гайды и т.д. и т.д. и т.д. И это еще не все, и, ребята, хочу, чтобы вы поддерживали моего канала со подписка, со лайкоса и со донат. Если что, ссылочка про донат и по описанию, и на комменты я ссылку оставлю и по описанию, и на комменты. Поэтому, как бы, как-то так. Что ж, ребята, обзор будет продолжаться краткого, интересного, так что, ребята, особо не переключаемся. Обзор. Погнали. Всем приятного осмотра. Что ж, ребята, версия игры у нас дошла до 1.46.2.6s. Несколько дней назад я его обновил, как бы... Да так, и это еще не все, ребята, хочу отметить, что... У меня он как бы не стимовская, не лицензия пиратка, Паша все свои дела выполняет отлично. Если у кого есть пиратка, начинает замыкать, вылетать, тоже извините, это все зависит от вашей рука, как вы будете использовать с пираткой. Поэтому, как-то так. Что ж, погнали. Попадем, покупка грузовик у дилер. Вот она, как видите, как мы видим. КАМАЗ 54-115, два дворника. Ну, это как бы стартовый вариант. Давайте вместе с вами мы его прочитаем. Так, грузовик модел 54-115, шасси, стартовое шасси 6х4, тип кабина 2, как бы там руль, естественно, расположение и слева. Мощность двигатель, стартовый вариант 240 лошадиная сила, 176 куб там метр. Крутящий момент 932 ньютон-метр, 1300 и 1500 объем тип коробка переменения передач, КАМАЗ 14, объем топливный бак 350. Погнали. Что ж, кликнем под него, попадем в изменение конфигурации. Не знаю, ребята, я увидел сразу, мне он понравился, вообще дело офигительное. Если что, ребята, ссылочка по описанию, ссылка про него я оставлю по описанию. Для тех, кто не знает, где его скачивать, чтобы себе другим не заморачивать, сразу ссылка по описанию. Поэтому, что ж, погнали. Так, давайте вокруг него ходим с помощью свободной камеры. Ну, на это особо не стоит обратиться внимания. Это у меня за геймпадовский джойстик. Как бы я его, наверное, если кто помнит, что я... Вот оно теперь. Теперь можно близко подойти и посмотреть, что к чему. Так, ладно, перейдем. Не знаю, я вижу, что вообще тягач класс. Ну-ка. Раз. Ну, ребята, молоко не молоко. Хочу, чтобы вы сами дальше разбирались, что к чему. Ну, КАМАЗчик, не знаю, что вы будете думать. Я так вижу, что дело себя ведет неплохо. Дело себя ведет офигительно, классно. Ну, не знаю, почему-то... А, вот, понятно. Ну, еще раз хочу отметить, что молоко не молоко. Хочу, дальше вы сами разбирались, что к чему. А так, в принципе, аппарат неплохой аппарат, конечно. И, ну, это поворотник, понятно. А, вот у нас там есть боковое освещение, не знаю. Ну, ладно, это попозже.
Так, не знаю, дело начало вести себя неплохо, конечно. Все класс, все четко. Так, смотрим. Ладно, вернемся, смотрим по функции кабелей. Так, как мы видим, странно почему-то, странно функция кабелей не присутствует. Но дальше посмотрим. Поэтому я вас хочу, ну, я вас попрошу, особо как бы не переключаемся. Обзор будет продолжаться дальше и дальше. Ладно, это дело мы исключим. Так, смотрим по кабинам. Ну, по поводу вот этого три дворника, это вот эта полоса, она удаляется, и здесь остановится третий дворник. Вот, например, видите, да? Вот эта полоса, которую я вам хотел отметить, вот она. Так, ладно, это дело мы оставим, посмотрим, что к чему. Так, про шасси. Как видите, как мы видим, здесь у нас несколько вариантов шасси теперь добавлено. Так, видите, ребята, мне кажется, что вот это какой-то глюк. Давайте сейчас, подождите, быстренько с вами полетим. Вот это точно, ребята, глюк. Это, ну, если так взять, у каждого мода имеется своя плюсы и минусы. Пока ничего не поделаешь. Если кому-то так сильно будет заинтересованным, можете к автору обратиться и там разобраться, что к чему. Ладно, погнали. Так, это у нас 6 на 6. 6 на 6, а для тех, кто на суровка или там остальное другое там. Так, это у нас обычно 6 на 4 для более тяжелого груза. Так, 6. О, смотрите. Если кто помнит, как у дальнобойщика же было, дальнобойщик 2, там дальнобойщик 1, там типа были вроде того. Так, смотрим по конфигурации. А, ничего не присутствует, ладно. Так, перейдем на 6. Да, как бы дело офигительное. Смотрите, вообще класс, четко, но не знаю, почему-то странно. Странно, странно, странно. Ладно, проехали. Так, есть еще откроновская рефрижератор для тех, кто чаще хочет возить там более мясо, там продуктовые, там всякие. Так, это понятно. Ладно, это дело мы пропускаем. Так, и есть обычная, как вот это стартовый вариант. Давайте, ребята, все так уже переходим 6 на 6 и посмотрим, что к чему. Так, с этого разобрались, перейдем в двигателя. Что мы видим? 940 для тех, кто чаще, типа, на подъем перевал, там, на подъем, там, всякие, можете там. Twined Turbo. Он 473, E6. Отлично. Это у нас 740. Какая 740? 440, то есть 950, 440. 400, 360 евро 2 со СВ8. Не знаю почему-то. Ну ладно, посмотрим, что к чему. Но дальше я дальше перед вами его кликнуть не буду. Дальше хочу, чтобы вы сами все посмотрели и убедились, что к чему. 260 и там стартовый вариант 240. Давайте, ребята, все такое же переходим на 950 лошадиная сила 700 кубометров. Так, про коробка. Так, ребята, сразу хочу отметить, что у меня, наверняка, если кто помнит, на стриме, у меня не только на стриме, на любом варианте, на любом образе, у меня как бы, я использую коробка передача, у меня как бы механика, я как бы особо, для меня удобно механикам, а вас, не знаю, как вам. Так, ладно, есть ZS-овская 16S2320 TDI, 16 со ретардера, есть без ретардера 9, есть 10 без ретардера, есть со ретардера, есть 5 со ретардера, есть 10 без ретардера. Давайте все такой же берем. Давайте вот 10 со ретардером. Так, с этого разобрались. Так, про интерьера. Интерьера у нас пока одна варианта. Так, про краска смотрим. Краска здесь у нас есть. Что выбрать, есть. Есть одна пользовательский вариант, куда много. Например, ну, каждый хочет по своему. Если кто дальнобойщица, можете красный выбрать, если кто там. Ну, например, я, как обычно, у меня пускай будет зеленый, а это у нас по iChat и Vario, такой, более такой сиреневый. Ну, хочу, чтобы вы сами разобрались.
Я как бы особо с краском тоже плохо разбираюсь. Так, это у нас оранжевая. Оранжевая тоже смотрится неплохо. Так, так себе. Так, моя любимая green, зеленая. И обычно красная. Белая. Колорная белая. Есть с красным вариантом. И есть deep, типа синяя. То есть синяя. И есть оливковая, зеленая оливка. Вот, пожалуйста. Давайте все такое же замыкаем на зеленое. Так, с этого разобрались. Смотрим про внешний тюнинг. Внешний тюнинг. Видим, что так себе, себе, ну, можно посмотреть, что к чему. Что ж, погнали. Не знаю, откуда чего начать. Так, ладно, поехали. Есть нумерация 16, это где вот самому КамАЗу начинают производить. Это Башкирия, Татарстан, типа, были вроде того. Есть 50, это, по-моему, Ярослав. Ну, не знаю, хочу, чтобы вы сами разбирались, что к чему. А это то же самое. А, понятно, это в 428, а в 50 регион. А это у нас к МАК 571, 50 регион. А это пускай будет, где вот начинает производить. Во. Так, с этого разобрались. Смотрим. Так. Так, видим, почему-то начинается заругаться. Ну-ка. Есть окрасочный вариант. Ладно, бог с ним. Вау. Думаю, вообще КамАЗ смотрится солидненько. Так, есть таким вариантом. Можно сюда какой-нибудь типа такой, либо такой. Не, несовместимость. Странно, что не похоже на него. Мне кажется, что это не его детали, конечно. Ладно, это дело мы уберем. Дальше хочу, чтобы вы сами посмотрели. Так. Это понятно. Это у нас освещение. Так, ну, с этого попозже. Давайте сначала с этого разберемся. Так, идем дальше. Есть такой вариант, он более такой солидненько смотрится. Такой приятно смотрится, солидненько. Освещение, подождите. Понятно. Так, с этого понятно, с поворотника. Это у нас без поворотника, можете выбрать там свой всякий вот эту фигню. О, вот это, ну, все равно какой-то... Нет, это слишком... Не, похоже, что вот это нормально. Но я его ставить не буду. Дальше вы сами разберетесь, что к чему. Так, ладно. Действуем дальше. Это было, как вы смотрели. Тоже он неплохо смотрится. Противотуманной там, типа, более вроде того, бампера окрасочной. Есть заводская вариант. Есть стартовый вариант. Давайте все такое же вот это оставляем. А вот это, нет, а вот это давайте, вот это оставим с поворотником. Так, ну здесь ничего мы ставить не будем, по такому причине, что, видите, как-то хрень его знает. Ну ладно, тогда давайте оставляем. Думаю, никому не должны мешать. Так, смотрим про морда. Так, есть КамАЗ, более такое название, латинское, КамАЗ, шильдик. Более такой современный, типа 21 века. Есть с таким, по-кириллски наш. А есть тоже по-латински, ну, разделено далековато. И есть такая. Давайте все такое же... Давайте вот это оставляем. Так, это у нас что? Так, смотрим. Есть такая вариант, какой-то непонятный, бля. Вот, теперь нормально стало, но я не понял, что это за фигня. Так, есть таким вариантом. О, это у нас теперь как бы окрасочная боковая дефлектор. Есть, ну да, то есть и обычная простая дефлектор, белая, зеркальная. Как закрепленный, да, типа более вроде того. Есть обычная, 54, 115. Есть такая. И есть обычная. Давайте, ребята, все такое же замыкаем. Вот, давайте,
пускай вот так будет. Так, это у нас боковое зеркало. Смотрим, боковое зеркало. Есть такая варианта со двух. Есть такая со низким вариантом. Мелкой низкой, а крупной сверху. Есть еще сверху вниз, а мелкой. Ну, то есть вниз и сверх. С таким вариантом. И есть такая варианта. И есть такой одиночный. Давайте все такое же вот это оставляем. Потому что я всегда обожаю с таким вариантом. Ну, вас-то я не знаю. Ну, каждому своего желает. Так, смотрим, это у нас. Понятно, это у нас боковая козырька, типа дефлектор. Есть прозрачная со черной. Есть такая. Давайте вот это оставляем. Думаю, неплохо смотрится как бы. Так, с этим разобрались. Теперь давайте сверхный вариант. Это у нас... это понятно, это вот задный. Есть открытый. Для тех, кто хочет... Для тех, кто новичонка, не знает, как раскоповать. Ну, отъехать, прицепы паковать, можете ставить таким вариантом. Есть закрытым вариантом. Есть тоже закрытым вариантом. То есть, смотрите, это уже как бы с рамкой идет. А это уже как бы без рамка, заводская вариант. Давайте все такое же... Давайте с рамком, чтобы водитель в дальнейшем мог что-нибудь с этого делать. Поэтому как-то так. Так, перейдем. Так, это у нас, по-моему, спойлер. Верхняя, боковая, спойлер. Есть таким вариантом, без бокового. Без бокового, только сверху. Дополнительная. Есть такая варианта, с боковая аэродинамическая, сверхаэродинамическая, спойлер. Есть такая, с высоким, для, ну, типа слипера, с высоким вариантом для тех, кто чаще дальняк отправляется, чтобы он мог себя чувствовать, как на вторую хату. И есть такая обычная. Давайте, ребята, все такое же вот это оставляем, с дополнительной. Так, и смотрим, что мы к этому имеем с дополнительным. Давайте кликнем. Понятно. То есть от Hella. Это, по-моему, заводская варианта. У меня есть, конечно, Hella, но я не стал ставить, поэтому мне кажется, что это уже как бы заводская вариант. Hella заводская вариант. Так, давайте приступим. Так, Мишленовочка. Нет, плохо он смотрится. Либо. Не знаю, там... Вот жаль, что от звуковой пакета нету SoundFix пака. Ладно. Оставляем одиночные. Так, а если вот сюда мы ставим маячки, как она будет выглядеть? Ну, это пожелание для тех, кто возит аварийные грузы или опасные грузы там. Ну, вы меня поняли, о чем, конечно. Есть еще с таким вариантом. Ну, так более красиво смотрится, четко. И есть с мелкой вариантом. Давайте все такое же хрень его знает, блин. Вот это ставить, что ли? Так, ладно, давайте... Давайте вот это вставляем. Хрен с ним, бог с ним. Так, ну, дальше хочу, чтобы вы сами посмотрели, что к чему. Так, а здесь можно какой-нибудь там гудки ставить, например, одиночное. Вот это. Razer. Razer или там как Raur. Так, похоже, что смотрится плохо. Давайте вот это оставляем тогда, вот это белкой, вот это маленький ставим, и все будет четко и тягач заодно себе будет смотрится красиво. Так, все это разобрались. Ну, не знаю, ребята, Hella ставить не ставите, я, например, не ставлю. Дальше, когда вы приобретете, сами посмотрите, что к чему. Евро 6 козырька, одна варианта, если кто помнит, у 6460, вот она, вернули на этот КамАЗ, есть дальний, ну, типа, автопоезд, типа, есть таким вариантом, есть только с автопоезда, без дополнительного, а есть дополнительный без автопоезда. Давайте вот это все такое же оставляем, давайте вот это оставляем. Так, с этого разобрались. Это у нас, ну, это попозже. Так, это с этого понятно, это вот сзади, да? Вот оно.
Так, ребята, вот по поводу вот этого, как она, табличка, хочу отметить, что на нем особо не обратите внимательно внимания. Это от вот этого, есть же Вольвовская, это от Вольвовской, поэтому просто здесь пишем там какой-нибудь там, пускай будет там КАМАЗ, КМ, ну, как она пишется, КМ, 54, 115, вот так. Потому что у нас же КАМАЗ-54-115, поэтому... Так, ладно, смотрим. Но это попозже. Кубики это тоже попозже. Ну, ребята, короче, я так понял, что со снаружи все как бы. Давайте... Это у нас козырька. Так, смотрим. Есть с таким вариантом. Ну, козырька. Чтобы заботиться о своей шине. Чтобы всякие камни, всякие фигни не попало. Есть такая, вау, вот это вообще классно смотрится. А есть такая обычная, как 54-115. И есть такая обычная. Давайте, ребята, все такое же вот на это замыкаем. Так, шина. Шина одна варианта, я больше трогать не буду, ребята. Так, смотрим. Есть окрасочная такой. Так, есть безокрасочная. Есть хромовый вариант. И есть такая вариант. Ну, сразу хочу отметить, что это не своего варианта, это у этого есть Volvo. Мне надо было вот этого Volvo убрать. Ладно, давайте вот это оставляем, хромовый вариант. Так, смотрим. Колпачки. Смотрится неплохо. Там, пускай будет там сканевская, хотя хрен его знает. Своя имеется. Ладно, давайте свое. И будет свое. Ладно, давайте... Пускай этот раз будет все свое камазовское. И здесь тоже самое, такая же фигня. Ну, думаю, что дальше вы поняли, что к чему. Быстренько пройдем, как бы. И здесь тоже самое, такая же фигня. Можно вот этот вариант выбрать. Окрасочный вариант. Хромовый вариант. Есть тоже окрасочный вариант. Давайте все такой же. Давайте вот это выберем. Вижу, что смотрится неплохо. У нас КАМАЗ солидный КАМАЗ, поэтому надо тоже с шином. Это у нас мановский вариант. Это у нас пластиковые, титановые там. Тоже пластиковые, окрасочная. Есть с таким вариантом. То же самое, такая же вариант, окрасочная. Есть титановая, окрасочная. Ну, Volvo спецовский. Ну, дальше хочу, чтобы вы сами разбирались, что к чему. Давайте я, например, вот Volvo ставлю. Думаю, что неплохо будет смотреться, как бы. И там пускай будет сканевская. И там пускай будет вот это. И, ну и как она начала смотреться. Оп, класс, офигительно. Что ж, ребята, похоже, что со внешне разобрались, что к чему. Ну, это, видите, это глюк какой-то. Не знаю, либо оставить, либо убрать. Ладно, хрен с ним, пускай будет. Так, теперь перейдем в интерьере. Так, что мы имеем в интерьере? Так, это у нас как бы стартовый вариант. Со боковое зеркало разобрались. Это у нас, смотрим. Шторчик такой. Такой красиво смотрится. Ну, не знаю, кому как. Ну, по желанию, хотите... Ставьте, хотите, нет, установите. Дело ваше, конечно. Так, это у нас понятно. Было козерог было. А это у нас пускай красный кубик будет. Так, это у нас Ингострах, типа как у фильма «Дальнобойщики», если кто помнит. Это у нас камазовский брендовский шильдик. Это у нас от всякие разные брендовский шильдик. А это у нас. Давайте, ребята, все такое же вот это оставляем. Вот это. Так, по поводу навигатора, вот это обязательно я вам советую, пока автор не берет, не исправляет, вот это мы их ставить не будем. Ну вот, на это как бы нету вылета, а вот на мобильное есть вылета. Поэтому нафиг я это дело уберу. Я более такой, более, может, из Cecil Мегапак или из какой-то посторонний навигатор я ставлю. Если что, про него тоже я ссылочку оставлю на описание. Посмотрите, что к чему. Так, это у нас с рулями. Смотрим. Есть заводская вариант. Есть дополнительная. Для желательная
люди, желательные для желательного дальнобойщика. И есть такая крупная. Давайте вот это вставляем. И здесь, как обычно, такое от дерева деревянное, прозрачное деревянное. Так, сюда кого мы можем посадить? Пока эта КамАЗ у нас не поддерживает Cecil Megapack, можно сюда ноутбук повесить, чтобы работать, что к чему, планшета можно, сумка со свечей можно ставить. Для тех, кто дальнобойщица, может, она может ставить свои всякие краска там, ну, там, вы меня поняли, о чем, конечно. Это у нас каталог от всяких разных тягача, это у нас коробка от ЕТС-ка. Так, это у нас бумажное полотенце, это у нас карта. Для тех, кто еще не изучил карту, как без, чтобы без карты проехать. Если кто не знает, можете вот карту поставить. Есть каталог, игровой каталог, журнал, и есть коробка от ЕТС-ка, диск. И есть информационная доставка. Так, не знаю, давайте все такую же сумочку ставим, сумку. Так, это у нас, не знаю, почему-то, это что это у нас? А, все понятно, это у нас вот эта боковая дефлектор, козырька. Давайте вот это все такое же оставляем. Не знаю, почему-то начинает заругаться, ладно, бог с ним. Ну, это для пожелательное для тех, кто чаще хочет увидеть, что впереди сбоку начинается твориться, сразу уже как бы легко будет видно. Так, это у нас. А, понятно, с этим мы уже как бы разобрались. Давайте вот это оставляем. Так, это у нас. А, понятно. Ладно, давайте кликнем, посмотрим. Не понял, короче. Ладно, это дело мы уберем. Либо давайте, пускай ставит. Пускай, ну, ставим. Посмотрим, что к чему. Так, ну, надеюсь, по поводу навигатора вы поняли. И хочу отметить, что пока, если кто не обновил этот КамАЗ от автора, да, то вам придется ставить ваш личный навигационная система, чтобы там вылета всякие фигню не было. Так, ладно, смотрим здесь, что мы сюда можем положить. Обычно мобильный телефон от SES, есть бутерброд, есть компас, то есть есть кошелька, есть шапочку, есть кружка, есть обычные очки. Давайте для тех, ну, давайте все такой же очки ставим, потому что если водителю чаще у него начинается глазу стоять, поэтому все такой же очки ставим. Так, это у нас дополнительное. Вот теперь вот сюда, ребята, вот сюда теперь можете ставить какой-нибудь там. Ну, я сюда навигатор ставить не буду, ребята. Хотя можно ставить, почему нет? Я здесь ставлю такое, если кто помнит, то я чаще его начинаю использовать. Петушонок. Вот этот петушонок ставим. А вот здесь ставим. Не знаю, вот эта нижняя часть, видите, это у нас бортовая компьютер. Поэтому, как бы, как-то так. Так, вот здесь тоже есть такая одна прикол. Ну, я покажу, посмотрю. Покажу, если удастся, я ссылочку оставлю на описание. И либо да, либо нет. Ну, посмотрим дальше. Так, пишем здесь Any. И вот она у нас. Вот есть мелкая от немецкая вариант. Есть крупная от немецкая вариант. Есть французская. И есть французская крупная. Есть белгарская. Есть белгарская. Давайте все такой же французский вставляем. Вот пускай будет французской. А здесь можно что-нибудь там, не знаю, если мы там положили очки, а здесь можно поставить какой-нибудь документ, чтобы вдруг там ДПС остановить, либо товар будете фотографировать, фотка ставим. Так, смотрим, это у нас, это типа рация, есть такая варианта, давайте это вариант ставим. Так, это у нас магнитола, так, с этого понятно. Так, с этого тоже понятно. Можно либо его убрать, либо ставить. Давайте либо ставим. Так, это у нас тоже такая же. Есть такая варианта. Типа голландская, Европа. Есть украинская, есть Россия. Давайте Россию ставим. А вот сюда можно ставить вот это. Так, что ж, с этого разобрались. Посмотрим. Так, что это у нас? А,
С этого понятно. С этого мы поняли. О, КамАЗовская шильдика и вот эту. Давайте вот это оставляем. Но не знаю, почему-то нету ну, типа, что-нибудь повесить на лобовом стекло. Странно, что я его не обнаружил. Но это уже дальше, как бы надо, от автора надо ожидать, автор, который начинает это делать. Давайте теперь, ребята, чтобы у нас навигатор, чтобы сработал навигатор, давайте это дело мы уберем. Там какой-нибудь там есть навигационная система. Вот это, вон она. А вот это кубиком можно убрать. Вот это кубиком можно убрать. Вот, отлично стало, да, теперь? Теперь можно, ну, можно разобраться, что к, чё, к чему. Что ж, ребята, похоже, что уже почти машинка у нас готова, да, уже как бы стартануться готова. А, все понятно, сзади-то, так, а, видите, блин, чаще я пропускаю, прошу прощения. Так, смотрим, можно сюда ноутбук поставить, либо планшеты поставить. Либо такой спальный мешочек, либо сумка от ETS, всякие запчасти, остальное другое, книжка, каталог от тягача, грузовика, ну, так же, как здесь было. И так обычно, давайте все такое же вот это оставляем, чтобы водитель, если устал, водитель мог раскрыть, ну, чтобы поспать, чтобы ему было удалось. Что ж, ребята, все, наверное, уже, как бы, машина уже у нас готова, машина, да? А, видите, я вот с этого не разобрался, то есть, давайте быстренько, не знаю, почему-то это у нас так произошло. Давайте быстренько, 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 пускай будет, да. Так, вот это оставляем, почему-то у нас это произошло. Ладно. А, это, типа, от фар дальнобойщика. А, понятно, ничего, короче, ребята, ничего сверхъестественного, это дело мы уберем, вернем вот это дело, вон, все. Что ж, ребята, все, по-моему, все уже, как бы, в принципе, мы все разобрались, что ж, принять, и вот она, КамАЗ, там, 54-115, третий с дворником. Видите, ребята, как я вам хотел отметить, если я выбрал навигатор, мобильный навигатор, да, телефон с навигатором, то мы уже не вернулись, то есть у нас было вылета, поэтому, как я вам отметил, вот, как я к ним начал работать, вот, и вы должны так и работать. Спасибо за внимание, кликнем по него и купить. Так, у меня сейчас автономная карта дальнобойщика. Все, мы его выкупили. И давайте сейчас приступим к деле. Так, где у нас гараж? Тягач. Та-та-та-та-та. За руль, естественно, пускай будет. Да, и посмотрим, что к, чё, к чему. Посмотрим, что данный КамАЗ начинает себе представлять. Что ж, ребята, как видите, как мы видим, мы уже почти в КамАЗе. Добро пожаловать, КамАЗ от, по-моему, от фильма «Дальнобойщика», да? 54-115. Что ж, посмотрим, что к чему. Ну, на это особо не обратите внимательное внимание. Что ж, сначала мы его... Так, заводим индикацию и посмотрим, что начинаем иметь. Так, отлично. Лево, право. Все это дело начало срабатывать. Так, стеклоочиститель, смотрим. Стеклоочиститель. Одна варианта. Два варианта. Не знаю, почему-то странно. Так, одна варианта. Два варианта. Почему-то, если у нас 1.46, 1.46, почему-то нету автоматический стеклоочиститель. Когда вы начинаете... Когда начинает идти дождь, он должен сам автоматически все срабатывать. Почему-то странно. Ладно, это уже как бы к автору надо обратиться, что к, чё, к чему. Так, это у нас аварийка. Смотрим, аварийка. Смотрим. Есть звуковая щелчков. Есть анимация. Ну, подвеска имеется. Так, видите, вот за руля. Давайте так сделаем.
Вот это у нас бортовой компьютер. Поэтому давайте сейчас посмотрим. Пашет отлично. Пока, ну, естественно, атмановская, короче, добавлено атмановская, обновлена же есть ТГС. Это она и есть. Давайте вот это оставляем. Так, вырубим аварийку. Почему-то этот, если подвеска, подсветка имеется, звуковые щелчков имеется, почему-то анимационная клавиша от аварийка нету, странно. Ладно, бог с ним. Так, опять смотрим. То есть, смотрите, включаю индикацию, почему-то у нас этого не срабатывает. Странно. Странно, странно, странно. Ладно, включим. Так, смотрим про открывание окна. Вау, ребята, вы просто поглядите. Я от этого КамАЗ это дело мы не ожидали. Видите, да? Все четненько, все. Ну-ка, изнаружи. Изнаружи смотрим. Изнаружи, как он будет себя вести. Не, изнаружи, ребята, к сожалению, не прописано. Не прописано, но это вам надо, к авторам надо обратиться. И здесь тоже самое, такая же фигня. Вот у меня сейчас справа открыто окна отпущено. Ну, из стороны пассажира, да? Но изнаружи не присутствует. Ладно, это дело мы закроем. Видите, да? Также в том числе присутствует анимационное открывание окна. То есть все четко, все на свои места. Так, давайте теперь смотрим дождей. Сейчас давайте включим. Есть одна варианта. А, все понятно. Одна варианта. Так, про навигационную систему. Все четко, все на свои места, как бы. Отлично. Так, давайте теперь разобраться с дождями. Я имею в виду этот убирает, оставляет капли дождя. Ого, ого. Ну-ка. Это дело мы уберем. Видите, да, ребята? Все четненько, все классненько. Видите, да? Ну-ка. Мне кажется, что за собой капли дождь не оставляют. Типа вроде того. Ладно, это дело мы закроем. Смотрим в сторону пассажира. То есть, видите, да? Анимационное окно присутствует. Открывание окна присутствует. Все отлично. Так, давайте это дело мы уберем. Итак, все было понятно. Так, давайте сейчас обратим на одну вещь внимательно. Видите, да, ребята, все четко, все на свои места. Я имею в виду, капли дождя за собой не оставляет, убирает. Но если хотя взять, он как бы стартовый вариант, стартовая версия. Может, автор еще дальнейшее что-нибудь задумает, передумает, и все будет тип-топ. И здесь тоже самое, такая же дело, такая же фигня. Такая же штучка, то есть. Так, ладно, это дело мы уберем. Так. Не знаю, сейчас. Все, это дело мы убрали. Но почему-то странно, что этого нету. Как его? Ну, меня поняли, о чем, короче. Ладно, это дело тоже уберем. Все, это дело убрали. Теперь давайте посмотрим по ночам. FPS сейчас у меня 91 всякие. Но хочу отметить, что если у кого есть слабый персональный компьютер, попробуйте. Если что, я ссылочка оставлю по описанию. Так, ладно, что мы хотели делать? Так, про освещение. Пускай будет максимально. Все это дело мы выключим. И посмотрим, что к чему. Так, нам нужно время, да? Так, перенесем на полуночь. На полуночь, то есть. Так, что ж, похоже, что это у нас сетевая. Так, это у нас где? Сетевая. Так, смотрим. Ближе, ну, габаритный, ближе, дальний. Габаритный, ближе, дальний. Так, это вот где-то здесь должно срабатывать. А, вот она. Где вот выше ключа же есть зажигание? Так, это у нас габаритный, ближе, дальний. Габаритный,
ближе, дальний, габаритный, ближе, дальний. Ну-ка, изнаружи смотри. И FPS тоже. Ну, у меня слабый персональный компьютер. Если у кого есть хорошее железо, я не знаю, там... Ну, дальше вы сами посмотрите, что к чему. Так, смотрим. Так, это у нас габаритный, ближе, дальний. Габаритный, ближе, дальний. Габаритный, ближе, дальний. Так, аварийка. Ну, я имею в виду поворотник. Не знаю, почему-то странно. А, все отлично, все четко, все на свои места. Но по поводу вот этого особо я не понял. Вот по поводу вот этого, это похоже, что какой-то глюк какой-то. Глюк. Вот, надо к авторам надо разобраться, что... Ну, к авторам надо обратиться к автору. Автор, который начал его адаптировать. Ладно, это дело мы уберем. Так, смотрим. Это у нас сетевая. Еще раз. Так. Дально. Ну, то есть и ближе. Дально. Габаритный. Ближе. Дально. Габаритный. Отлично. Все. Аварийка тоже вырубим. Все это мы это дело вырубили, вернемся в то же время. Так, 9 пускай будет. 9. Так, теперь что ж теперь от нас остается делать? Так, еще раз посмотрим. Где она у нас? Ближе, дальняя, габаритная. Ближе, дальняя, габаритная. Даже вон там есть, даже и здесь как бы есть анимационная клавиша. И вон там, где вот возле пробка же есть, вон там. Вон, видите, да? Все четко, все на свои места, все как располагается, выполнять. Ну-ка, давайте смотрим анимационное зажигание. Так, смотрим. Вау! О! Ну-ка, вырубим. О, отлично. Ну, все такой же какой-то, при себя иметь какой-то глюк. Ладно. Все, проехали. Короче, смотрим там. Ладно, давайте сейчас заводим. Кое-что надо посмотреть. Так, смотрим. Пневмоподвеска. Отлично. Отлично. Ну-ка. Отлично. Так, вырубим это у нас. Так, теперь надо проверить подвинутую цепку симулятор. У меня как там цепка. Где у меня цепка? А. Так, цепка. Блин, что я делаю? Сейчас, погодите. Цепка. Вот она у меня. Мегакули, то есть. Так, берем. Кроне, то есть. Не кроне, там мегакюгл. И посмотрим. Ой, блин. Подождите сейчас, ребята. Это как бы, это, видите, это какое-то странно, это какое-то за несовместимость. Давайте сразу выберем наш полигон, потому что все такое же мы в этом, как его, на мировой карте дальнобой, если кто помнит. На это красно либо за КамАЗ, либо за цепка, это точно врать не буду. Так, пишем, ГОТО ПОЛИГОН, заодно... Посмотрим полигон N. Где у нас N? Отлично, полигон. Все отлично, и посмотрим. Видите, ребята, это какой-то глюк. Да, это либо за автора. Видите, он как бы все четко адаптировал, но все такой же минус. Это вот это минус. Это вам похоже на вам надо к авторам надо. Видите, опа, отлично, сейчас. Быстренько это дело мы вернем. Все. Теперь все четко, все на свои места. И давайте сейчас теперь. Видите, ребята, странно, что функция кабеля не присутствует. Так, кликнем по латинской букве Т и посмотрим. То есть автор, он как бы постарался, все четко, как надо было. Он как бы все постарался, но почему-то постарался не до самого конца. Так, ладно, заводим наш тягач. Ну-ка, отъедем. А, у меня, я забыл, у меня-то механик, у меня-то коробка механика, поэтому как-то так.
Оу, даже, смотрите, ребята, видите, да? Видите, да, даже присутствует анимационный этот, как его, механик. Коробка передач анимационная, видите? Так, ладно. Ну-ка, слишком много отъехали. Дадим назад. Даже два реверса есть. Так, ладно. Назад. Не, КамАЗ как бы сработало неплохо, но почему-то странно, что, видите, всякие глюки при собой имеются. Надо к авторам надо обратиться. Стоять. Ну-ка. Ну, не знаю, ребята. Видите, да? Так. Ну-ка, изнутри. Посмотрим. То есть нижняя часть, видите, там есть у меня дополнительная информация, на как, где вот я скорость начинаю выбирать, набираю скорость. Вот где реверс, да, реверс 2, реверс 1. Ну, не знаю почему-то, но это когда на автоматический режим, тогда там все понятно. Так, ладно. Так, мы еще одной вещи мы не проверили, давайте, это дело мы вырубим. Знаете, мы что не проверили? Ретардер, видите, ребята, ретардер. Как она у нас? А, вот она, все понятно. А почему-то не отображает. Есть звуковая щелчков, но анимационной нету. Не знаю почему. Почему, особо не понял почему. Видите, да, ребята? Ладно, переносим выше как бы на повышение. И давайте теперь заводим. Заводим и посмотрим, как он будет разгоняться. Сейчас посмотрим, у меня там сколько скорость там. Так, 1, 2, 3, 4. Понятно, это 10, значит нам надо на 5. И давайте посмотрим, как машина. Сейчас я звуку уменьшу звука, блин. Почему-то звук слишком громковато. Это вот это, да, по-моему? Вот это нам надо делать, по-моему. Это столько. Либо вот это. Ну-ка попробуем. По-моему, что это вот это, по-моему. Вот столько, думаю, хватит. Только посмотрим. Ну не знаю, ребята, что вы будете думать от этого тягача. Тягач класс супер. Видите, да? Мне кажется, что на пятой передаче на подъем это вообще для некоторых грузовика это вообще пушка-бомба. То есть я имею в виду на пятой передаче на подъем. Некоторый грузовик не может исправить, а он исправился как располагается. Но здесь какая минус? Давайте остановим. Так, смотрим. Хочу отметить, здесь какая минус. Минус в том, что при выбор навигатора, либо мобильный, либо обычный стандарт. Но я на стандарте не проверил. На мобильный есть при выбор, при установке и при выбор тягача есть вылета. Поэтому пока автор это дело все не, это дело пока не исправить. Пока это автор может на этот версия, может на следующую обновленную версию, если исправить там с навигатором. Вот, а так дальше не знаю как бы. И он как бы еще минус в том, что нету функции кабелей, нету особо как бы, я не понял, что к чему. А так в целостность КамАЗ неплохо, неплохая штучка. Ну-ка еще раз. Ну, не знаю, что вы будете думать. Давайте сейчас потестируем на всякие различные места. Как бы. Ну-ка. Не, КамАЗ неплохая, конечно. Все четко, все хорошо, как бы.
Так, куда мы едем сейчас? Давайте. Давайте сначала с этого разберемся. Не, вообще КамАЗ классная, офигительная штучка. Так. Да, это у меня как бы зацепка это. Но я думаю, как бы он должен исправить, иначе никак. Перейдем на первую передачу. На первую передачу. У меня как бы механик, как бы. Видите, да, ребята? Все начало исправить. На первую передачу посмотрим. На первую передачу. Отпускаем это и посмотрим. То, что ребята плохо исправляют, это зацепка. Это зацепка, ребята, за вот эту цепку есть кроны. Видите, да, ребята? Ну это, скорее всего, это, мне кажется, что это зацепка. А если цепка поднимем, заднюю ось подняли, и дальше посмотрим. Ладно, уже как бы с этого понятно. Так, давайте теперь... Ну, с этого мы поняли, это не думать, что за тягач, это зацепка, это зацепка. Просто мне не надо было это выбрать, мне надо было другой выбрать. Ну, посмотрим сейчас, да, здесь что нам скажет. Посмотрим, что нам здесь скажет на первой передаче, посмотрим. Да, у него оборот офигительный, но это зацепка, ребята, хочу отметить, что это зацепка. Видите, да, ребята, все четко, все на свои места, как бы. Ну-ка, изнутри выйди, да, ребята. С навигатором. Все четко, все на свои места, как бы. Не знаю, ребята, что вам сказать. Тягач себя начал вести, класс, супер. Себе он начал доказать, ему, что он был способен. Видите, да? А ну-ка, на четвертой, сейчас, вот пятая передача. Так, ребята, мне кажется, что с этого разобрались. Давайте теперь посмотрим, разгоним вот... Где вот цифры? Вон там посмотрим. Сейчас я тише сделаю, а то слишком громковато как бы. Давайте сейчас теперь попробуем разгонять. Вот где перед вами, перед нами. Циферка есть, там 0.50. Попробуем. Сейчас. Ну, вот то, что там конфликта было, это зацепка. Сразу хочу отметить, что это зацепка. У меня он как бы со низкой шасси, как бы. Вот поэтому как-то так произошел. Ладно, давайте посмотрим. На 10 передач сразу. Посмотрим, сколько он будет разгоняться. 70, 80, 5, 8, 90. Ну, это типа на траву там или на всякие грязные работы, на грязные дорожки есть. Видите, да, ребята? На 10 передач максимальная скорость часа 102 разгонится. Ну, я думаю, что для грузовика, думаю, как бы это достаточно. Это достаточно. Давайте теперь сейчас... давайте сначала без цепка гоним вокруг этот полигон, а потом со сцепка. Так, отцепляем цепку.
сейчас, ну, я имею в виду разгоним, посмотрим, без цепка, сколько он будет разгоняться. У меня как бы, неудобно на механике как бы использовать, на механике, если у кого автомат, то автомат. Ну вот, посмотрим. Ну, то же самое, как со сцепка. Ничего сверхъестественного. Разгонят там, только 5. И аварийки, поворотники тоже выполняет, как располагается. Нет, тягач, класс вот в том, что для тех, кто не знает, там, ну, про недостатку не знает, вот я вам отметил, что при установке навигатора там, ну, не на стандарт нету, были там стандартные GS там от Томи, навигатор от Томи, а вот с мобильным есть проблема, когда при установке, при выборе, при покупке есть вылета, поэтому это похоже, что вам надо к автору, надо разобраться, что чё. Давайте теперь со ретардером. Вот я ретардер поднял, посмотрим. Ну, думаю, как бы, если у меня там 950 стоит, как бы, крутящий момент, то двигатель. Сейчас давайте посмотрим, вот здесь характеристика. Так, вот, да, 950 лошадиная сила, 708 куб. Крутящий момент такой-такой. Ну, у меня поняли, о чем. Так, давайте escape и давайте вернемся. Ну, не знаю, почему-то... Ну, смотря еще на... Там всякие на суровка, там надо посмотреть, что к чему. Ну, я не знаю, я еще не потестировал на предыдущей версии. Если у кого есть предыдущая версия 1.45, попробуйте... Попробуйте посмотреть на 1.45. Может, вот это, может, он адаптировано, исправлено для 1.45. Я не знаю. Я сейчас, у меня вот 1.46, 2.6s. Поэтому сейчас у нас же все такое же идет 1.46, как вот, вот поэтому не знаю. Ну, не знаю, если у кого есть 1.45, попробуйте зафигаривать на 1.45. Может, там с навигатором будет исправлено. Ну, не знаю. Брать не буду. Так, да, давайте сразу на R. Даже два у него рейверс. Рейверс 1, рейверс 2. Так, давайте теперь сейчас со сцепка проверим. Ну, я имею в виду, сейчас без сцепка мы гоняли, как бы километр, час 102. 102 загонял. Давайте теперь со сцепка. У меня как бы ретардер опущено, как бы. И давайте. Хотя, если так взять, у меня 6 на 6, как бы, 6 на 6, не знаю. Давайте. Не, КамАЗ вообще мне самому понравилось, но минус в том, что, видите, минус, да. Может, я не знаю, еще раз хочу ответить, если у кого есть предыдущая версия 1.45, попробуйте зафигаривать под 1.45, может, под 1.45 все. Все это дело будет исправлено, если вдруг на 1.46 произошел какой-нибудь там конфликт. И давайте на 10 скорости и посмотрим, как он будет изменяться. Ну-ка. Не, вообще тягач офигительный, тягач классный, мне понравился КамАЗ. Вообще КамАЗ офигительный. Как видите, как мы видим, даже там 103, 102, всякие начинают показывать. А так больше ничего сверхъестественного. Ладно, сейчас еще немного проедем и на это я с вами завершаю. Ну, думаю, что и так все было четко, все было понятно, конечно. Чего. Ну, то, что там начала возникать проблема, это зацепка. Хочу отметить, что зацепка. Поэтому не думайте, что там какой-то. Нет, ребята, это зацепка. Ладно, это дело мы здесь остановим. Что ж, ребята, на этот все, как бы, мне пора с вами попрощаться. Думаю,
Думаю, как бы гайд кому-то... Ладно, давайте. Гайд кому-то дал интересно, если гайд кому-то помогло. Как бы, не знаю, почему-то со номера тоже проблема произошла, видите. То есть, есть национальный флаг России, но номера нету. То есть, РУС написано, регион написано, а сам цифр нет. Вот, где есть нижняя часть. Вот она, видите. Может, это просто как бы для прикола, наверное, сделано. Ну, не знаю. А так, в принципе, ничего сверхъестественного, но вот оно, видите, да? Что ж, ребята, надеюсь, гайд кому-то было полезно, гайд кому-то помогло. Подписка, поддержка моего канала со подписка, со лайкосой. И поддержите, пожалуйста, я вас очень попрошу, если кому не сложно. Поддержите меня, пожалуйста, со доната. Ссылочка по комментариям и ссылочка по описанию оставлю по описанию. Закрепим и по описанию закрепим и на комментариях закрепим. Так что, ребята, такая команда. Такая. С вами была такая Тигач. Не знаю, издалековато смотрится неплохо. Давайте еще. Не знаю, это у меня из какого-то мода, да, ребята, видите? Вау, это вообще вот. Не знаю, ребята. Видите, да? Вот столько, не знаю, сколько еще можно его. Пролистать, конечно. А, все, вот столько. Прикиньте, ребята. О, столько. Вы видите, да, ребята? Ну, это из какой-то мод, особо как бы я сам не понял. Ладно, давайте приблизим его. Блин, что я делаю сейчас? Быстренько пролистим. Ну, это с помощью ролика мышка, если у кого. Не знаю. Ну, не знаю, что вы будете думать о такой КамАЗ-тягач. Последний на стриме, я не помню, когда я катался на этот КамАЗик. Но КамАЗик доказал себе неплохо, но при себе имеется минус. Минус в том, что нету функции кабелей, И с навигационной есть проблема. Но это когда при выбор мобильного телефона, да, это точно есть вылета, поэтому... Надеюсь, вы поняли, о чем. Что ж, ребята, спасибо за внимание, спасибо за действие, спасибо за подписку, спасибо за лайкоса и спасибо, что вы поддержите моего канала со доната. Моего цель собрать деньги для обновить видеокарту, перейти на 3050. Если кому не сложно, я вас очень попрошу. Как говорится, добро дело, где вы находились, не находились. Добро дело, после кому-то, когда добро дело делаете, добро дело за вами всегда вернется. Это дело никогда не забывайте. И незабываемая вещь. Что ж, ребята, берегите себя, берегите своих близких. Всем пока-пока. До следующего выпуска. Всем пока-пока.